هو التوحيد؟ Что такое توحيد؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى. Это уединение всевышнего Аллаха سبحانه وتعالى. بالربوبية. В вопросе господства. أن الله هو الخالق. То есть то, что он является создателем. والرازق. Тем, кто наделяет. وهو الذي يدبر الأمر العباد. Тот, кто управляет делами рабов. وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي لابد أن يعبد ولا يعبد غير الله. И то, что только одному Всевышнему Аллаху سبحانه وتعالى можно поклоняться, и никому нельзя поклоняться. لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم. Мы не поклоняемся пророку صلى الله عليه وسلم. ولا نعبد الصالحين. Не поклоняемся праведникам. ولا نعبد الجن. Не поклоняемся джиннам. ولا الملائكة. Не ангелам. ولا الأحجار. Не камням. ولا الأشجار. Не деревьям. ولا الشمس. Не солнцу. ولا القمر. Не луне. لا يعبد إلا الله. Никому нельзя поклоняться, кроме Аллаха. كل ما عبد من دون الله عبادة باطل. Все, чему поклоняется, кроме Всевышнего Аллаха سبحانه وتعالى, подобное поклонение является недействительным. نثبت العبادة لله وحده. Мы поклоняемся только одному Аллаху. نكفر بجميع ما عبد من دون الله. И не верим во все то, чему поклоняются, кроме Аллаха. نأتي بمراتب الدين الثلاثة. Мы должны, баракаллаху фикум, подходить к религии тремя степенями. Аль-Ислам. Первый ислам. Аль-Иман. Второй иман. Аль-Ихсан. Третий ихсан. Аркан аль-Ислам хамса. У ислама пять столпов. Шахадат алла илаха илля Аллах, ла ахад йастахикку ан йу'бад илля Аллах. Свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, то есть то, что никто не достоин поклонения, кроме одного Аллаха субхана ва тааля. Куль ма убида мин дуни Аллах ибадату батил. Все, чему поклоняются, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, это поклонение является несостоятельным. وأشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد. И второе, я свидетельствую, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям является рабом, и ему нельзя поклоняться. ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. И является посланником, которому надо верить. لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. Мы должны подчиняться пророку саллаллаху алейхи ва саллям во всем. نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. Верить во все то, о чем он сообщил. لا نعبد الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. Мы должны поклоняться Аллаху только посредством того, о чем нам сообщил пророк Саллаллаху алейхи ва саллям. نجتنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Сторониться всего того, что запретил нам пророк Саллаллаху алейхи ва саллям. نقيم الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. Совершать молитву только так, как ее совершал пророк Саллаллаху алейхи ва саллям. نؤدي الزكاة كما أمر الله. Выплачивать закят только так, как это приказал Всевышний Аллах. نصوم رمضان. Поститься месяц Рамадан, совершать паломничество к дому Аллаха Субхана ва Тааля. Это пять столпов ислама. Вторая степень ислама – это иман. У имана шесть столпов. Первое – это вера в Аллаха, ангелов, книги, посланников, واليوم الآخر судный день, ونؤمن بالقضاء والقدر и верить в предопределение. المرتبة الثالثة третья степень называется إحسانا, وهو ركن واحد состоит только из одного столпа, Аллах знает.